прозрел. Всем привет. Так сказать, безделье порождает действие. Какую фотку туда вставить? Ну, сейчас вставлю что-нибудь. О, вставил. Ой, не ослу вставил. Это вставил в рамку. Ну, типа, фотку. Теперь газет. Много. Это фотка солнечной радиации. Ножницы повесить на место. Вспомнил, что сказал. Сказал, безделье порождает действие. Или хотел сказать. Или черт знает. Ну, в общем, это самое. Ух, на лужайке у меня три старых богатыря. Ну, а это не что иное, как и есть действие. Это белочка, нуждающаяся в амортизаторах, потому что у белочки кирдык Монтана, она стала амортизатором родным. Вот так это выглядит. Понятное дело, что это вообще не дело. Так ездить невозможно, особенно по бездорожью. Ну и во многих грамотных видео по этому, по ижакам. Бляха, дождь пошел. И капли, как кошачьи лапки, прям прикольно. В общем, умные видео рассказали мне, что можно использовать дополнительно один амортизатор от классики, ну, от шестерки, от копейки, передний. В общем, они его прикручивают, вот здесь болт длинный ставят. Здесь, и он здесь стоит. А так как он в кожухе, вот, ну, типа, в таком вот кожухе, кожух снимают, потому что здесь он, чтобы не цеплялся. Ну, и здесь вот они уголок такой делают. Ну, не из уголка, конечно, потому что у них нет уголка. Они делают вот из этого вот кронштейна делают. Ну, потому что у них другого металла, видать, нет. И все это, как бы, он стоит там. Без кожуха, с голым штоком, с голой жопой вот с такой. И типа работает все нормально. Ну, ребята как бы рекомендуют. Я согласен с ними. Но у меня вот такая резина. Она намного шире по ширине. Поэтому там место вот здесь вот, чтобы поставить этот амортизатор даже без кожуха. Без этого. Чтобы он там умер через 3 дня. Нет возможности. Я вот нашел старые. Это стойка передняя от Hyundai Elantra. Она еще держит. Ну, потому что как бы на Hyundai Elantra мы стойки меняли каждый месяц. Поэтому она держит. Это Firestone. Подушка из-под кабины Mana. Она тоже держит. Тут тоже внутри амортизатор. Единственное, подтравливала вот эта подушка почему-то. Вот. Можно даже накачать и сделать, просто сделать что-нибудь. Вот. По высоте он тоже как бы, вы сами понимаете, нормалек вообще. Вот остается просто удлинить, закрепить и все, вот он. Он такой красавец, вообще красавец. Просто пипец красавец. Сейчас я вам покажу. Покажу поближе. Дождь снова начался, но мне приятно. Дождь показывает вам. Вот такую подушку Firestone. Она вот, смотрите, сейчас. Она Firestone-нет. Вот так вот ее выжимаешь, а назад она работает. Ну, как бы она рабочий амортизатор у нее. И поэтому ее установка вот сюда вообще вполне, вообще, как бы, вообще. Вот так можно даже немножко вот так, как-нибудь вот так. Осталось крепление сделать, как бы кронштейны, закронштейнить ее. И ну и что она здесь торчит с этой стороны? У меня вот с этой стороны торчит, например, глушитель, не меньше. И поэтому одинаково будет торчать. И нормалек вообще. Ну, второй вариант. Вот эту сделать. Бодягу бодяжную. Тоже срезать эту чашку. И как-то закрепить. Но я боюсь, вот этот штырь, он может заштырить. Как бы это не
то, что надо. А вот, вот этот у меня от Сузуки, от моей. Вагон R Plus был Сузука. Такой автомобиль. Тоже он работает. Вот. Ну, работает и работает. Сейчас мы его сплющим до конца. Он маленький. Когда сплющивается, вообще маленький. Смотрите. Сплющенный маленький, а выплющенный он вообще просто конский. У него такой ход, как будто он от джипа от какого-то, от внедорожника. Смотрите, он вообще раз, в два раза больше. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Он будет работать здесь, как бы. Его сделать вот тут. Видите, вылазит. И будет нормально. Вот. Сейчас я его посмотрю вообще. Это вот один из вариантов, самых простых, таких, надежных, неприхотливых. Сейчас я его сплющу на все. Он сплюснутый на всю, смотрите. Он сплюснутый, как будто бы, наверное, сработал амортизатор. Вот, на всю. А тут... А тут вот так. Ну и нормально. Вот закрепить его здесь рядом и все. Вот он будет работать у меня. В общем, болты найти, проставки. И все. Вот оно. Вот оно. Решение. Решение всей проблемы. Собственно, которой проблема проблемная. Вот оно все. Пожалуйста, вам. Это. А если его закрепить еще лучше вот так вот. Отсюда, вот сюда, на этот кронштейн, вот. А я его вот так и сделаю, вот не на этот. Снизу я сюда закреплю, а сверху не сюда, вот сюда, вот сюда. Проставка такая будет, болт хороший, туда-сюда. И он будет вообще классно вот так вот. И он будет вообще, я не знаю даже, как сказать, он будет вот так. Просто вот как будто он здесь родился, вырос и должен умереть. Скорее всего, так и будет. А останется мне вот сюда добавить поролона немножко, чуть-чуть, чтобы потолще было. И все нормалек. Кстати, пока я вам рассказывал, дождь закончился. Правда, спина мокрая. Но это ерунда по сравнению с мокрой жопой. Вот. Всем спасибо, всем пока. В общем, я буду сейчас, не сейчас, может, завтра, послезавтра или через месяц это все делать. Всем добра. А что я так придумал? Где ж можно вообще вот сюда сделать? Сюда и вот сюда. Вот она. Вот она. Нахуй ее намутана. Вот она. Ребят, вот она. Вот она. Смотрите. Это вот она вообще здесь, вот она. Вот, вот сюда, вот она. Сюда. И вот сюда. Все. Нафиг мне вот сюда куда-то. Вот сюда лучше. Вообще классно. Смотрите. Вот. А я здесь нарисую на нем что-нибудь, напишу. Airflow Flipper. Никогда не болей, не подхватите ничего. Что-то я погорячился с вами попрощаться. Это вот геомагнитные эти бури излучения. Ну вот такие запчасти у меня остались. Болт нижний, крепление амортизатора, и болт такой вот верхний, крепление ручки пассажира правой. Ну, естественно, у меня руки грязные, а совесть чистая, ну как у многих из вас. Ну вот так вот я закрепил по-быренькому. Вот так вот. Раз и два. И сейчас посмотрим, как она прыгает теперь, не прыгает, амортизирует, не амортизирует. Вот так расставим, и все, держит, смотрите, нету этого такого качения сильного. Сейчас я теперь могу уже присаживаться. Вообще, четко. Вообще четко. Можно ехать. Уже можно ехать. Нету этого тычка вверх.
Классно вообще. Потому что еще пишут же эти специалисты, которые от Жигулей ставят, а он жесткий. Там нужно проехать 15 тысяч километров, потом он становится мягче. Ну я шучу, конечно, насчет 15 тысяч. Там говорилось, что неделю. Ну вот так вот. Ну и что, вообще классно. Вообще 5 минут. За 5 минут запачкал руки. Все. Все готово. Классняк вообще. И он не виден вообще, там не торчит. Можно стантить, не зацепишься. Вот что не сказать об этой стороне. Все, теперь у нас... Да я сиденье не буду набивать, нафиг оно мне надо. Хотя как бы набить бы было бы неплохо. Но с другой стороны, да нафиг оно мне надо. Вот. Поедем кататься скоро. Ну, как скоро. Может быть там в следующем году. Ну а так вот нормалек получилось. Ну, кстати, даже можно получится, может быть, и с этой стороны так сделать. Второй. Правда, у меня второго и нету. Я его выбросил. У меня их как бы один рабочий был от Сузуки, а второй не рабочий совсем. Я его купил, два бэушных поставил, а один выбросил. Потому что он вообще, как он, вот так был. Во, точно, прям повторил, как он делал. Но лучше не повторять, потому что можешь привыкнуть и будешь потом делать. Всем пока, всем добра, всем амортизаторов рабочих, всем колес 21-х эндуристам. А этим, если она не, нет, этим как и не пить, нет, нет, вот это вот, которая лысая такая, и она не стантит. Как называется этот стиль? Он как красач, только на резине такой, чтобы стантить. Пишите комментарии, как он там называется. Да ну, даунхилл, ты сам как даунхилл. Чуть было не ушел. Кстати, слово аллигатор, как пишется, я знаю. А написал я его специально с ошибкой, специально, чтобы выявить тех вот людей, которые... Ну, это как пидроискатель.